go out that door and just keep on going. There's only one way through to the swamp from here. Glad I could help, old-timer. Hey, enough of the old. Now you're gonna have to forgive me, cause I got a whole lot of cleaning up to do back there. Walt and his boys are no good thieves and liars. Так, это куда я теперь? You go give them what they deserve, son. Джои может передвигаться в укрытие, целиваться, чтобы... ага. Тоже... Хлопа! Вот и все, ребятки, вообще никакие вы там не крутые. Джои это вообще как нифиг делать, вас порешил всех. Так, так, так. Опа, патрон. Опа, дробовичок. Да возьму я нафиг. Пошалим малость. С дробашом. Аптечку взяли, бутылочку сюда. Опа. Хе-хе. Так. Чё, с двух дробашей может херачить? Ну это вообще мощь. Тихо-т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 ихо. Атакую паечку дуплетом. Чё, УЗИ? Тут, смотрю, так нехерово-то с оружием разнообразие. Ой, патрон на УЗИ так неплохо. Тихо-тихо-тихо-тихо, где-то там. По-любому еще. Так, все, да. Че такое? Кто там как лошадь-то и гикает? So, at last I reached the swamp. I just had to find the truck, and I was in the clear, but as usual, things didn't go that easy. Что, у нас первая миссия завершена, интересно. Я вот не помню, игра длинная или нет. Вот не помню, честно говоря. Carolina, are you fucking with me? Well, it wasn't really a Huey, you fucking schmuck. It was a chopper, but I have this problem, see, I get these flashbacks. Sorry, Joe. I didn't mean no disrespect. Look, I don't know what the sight of the chopper, the swamps, the fact that practically every motherfucker I met that day was trying to kill me. I don't know. One thing was for sure. My body might have been in Carolina, but in my head, I was back in Nam. And that's where this whole fucking thing started. Back in those fucking rat tunnels. Vietnam, 11 июля 60. That's not the first time I've had the flashbacks. Doubt it will be the last. Come on, come on, where are you? Come on, get going. Come on, Charlie, where the fuck are you hiding? Так, 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 два. Ух ты, тихо, 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 ребятушки, ребятушки, подожди-ка. Тот прицел чувствительный. Well, like a lot of guys back then, I'd signed up for the war, but I wasn't no patriot. I had different reasons. Карту взял. Чуди какие-то сильно живучие уж. Ты
Things hadn't been going so well that day, and I'd been separated from the rest of my platoon. I was trying to catch up to them, but those fucking rat tunnels were crawling with Charlie. Как Рэмбо нахер калашом с двух рук. Блять, не Рэмбо, терминатор какой-то, походу. Так, чё, броник, ништяк. Дробовик мне не надо. Дробовика это в упор, а тут... Все это дело не в упор, поэтому лучше мы так половим. О, куда я перебежал? You know, luck's a funny thing. Just when you think the whole world's against you, you get lucky. From the gun emplacement's vantage point, I could just make out the shape of an undetonated bomb right in the middle of the pile of rubble that blocked my way out of the tunnels. Подожди. Кто нахрен? Так, кто там еще? Кто где? Так, а что, ну то есть постреляли и хватит, да, как говорится, ну идем дальше, значит. Неплохо, мы тут идем. Валим всех потихонечку. Так, а давайте сохранимся. Так, пофиг, перезапишем, конечно, чё. Потому что что-то контрольной точки не помню, чтобы была. А сначала начинать мне как-то вообще неохота. Так, и чё? Ага. Подожди, что ты прыгаешь-то? На себя ты прыгнул. Так, а как отсюда выбраться? Well, fuck you right back. Так, а может быть теперь там что-то это произойдет, потому что он был живой, может из-за этого не получалось там выйти. Игра старая, в ней как бы всякие могут быть фишки. Так, ну давайте искать, как отсюда выбраться с этого-то подземелья нафиг. Так, не сюда, нет. Так. Это понятно, к пулемету я вышел. Так. Пулемет там не нафиг, он мне не нужен. Так, а я тут сначала сейчас припрусь. Ну правильно, отсюда я начал. Интересная хрень. Чё себе в шутане заблудился? Бывают же такие вещи. Сейчас разблудимся. Сейчас. Все сообразим, все найдем. Так, по пути будем. Тут
Нет, ни хрена. Так, ствол, винтовка, автомат. Так, тут ни хрена. Так, просто разнесем. А вдруг что там есть, ничего там нету. Так. Тут пулемет. Вот так вот я себе пробил выход. Вот нахрена, в принципе, был нужен этот пулемет. Можно было, в принципе, там ни от кого не отстреливаться, а просто, чтобы себе расчистить путь. Так, точно, друзья. Have you told my brother Petey had been in there? Oh yeah. Чтобы бросить гранату, нажмите левый альт. True patriot. Yeah, he signed up as soon as he got the chance. Так, стоп. Me, I wasn't in any such fucking hurry. Патронов как можно больше надо собирать. And then one day I come home to find my mother in tears. She was shaking all over, holding a picture of Petey. Patriotism had gotten him killed. Nah, I wasn't a patriot. I was there purely for revenge. Куда так летишь-то шустро? Нафиг, нафиг, не глядя, ё-моё. Сюда. Ага. Шо там, смотрю, линейный, конкретно коридорный. Ну, как бы первое, так сказать, впечатление от игрухи. Первый обычный старенький шутан, который штамповали в то время. Честно скажу, не шедевр и не говно. То есть поиграть, пострелять, расслабиться можно. Были игры намного и лучше, но бывали прям конкретно намного и хуже. Так, в принципе, неплохо пострелять. Так, что-то такой живой, падла. Я готов. Ой-ой-ой. Так, мужики, прорыв... Тихо, подожди, мы не прорываемся, мы не прорываемся. Взрывы конкретные прям. Готовы? Готовы, господа. У тебя чё, каска непробиваемая, что ли, от калаша? Так. Не знаю, какого года игра. Но раз чек бери, у меня был, что куплена она была в начале 2007 года, в феврале. Ну, и игра где-то, я думаю, в пределах этого же года. Ну, как бы для того времени... Такая графика, в принципе, неплохая.